Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Россияне боятся за здоровье немощного отца Киркорова. Семья Филиппа Киркорова в прошлом году переболела коронавирусом. Сложнее всех инфекцию перенес 88-летний Бедрос Филиппович. Ковид вызвал у пенсионера осложнение на сердце, и в итоге его положили в больницу. Поклонники переживали за здоровье артиста, и, к счастью, все обошлось. Как оказалось, ставить прививку от коронавируса артист тоже не планирует. По словам певца, у него недавно брали кровь на анализ, и в его организме еще достаточно антител, которые препятствуют повторному заражению. Теперь Бедрос Киркоров не боится посещать различные мероприятия. Последнее время он довольно часто приходит на вечеринки вместе с сыном и уходит с них одним из последних. По словам пенсионера, он не видит смысла в том, чтобы сидеть дома и бояться вируса. Впрочем, журналисты все равно опасаются за здоровье Бедроса Киркорова, ведь последнее время ему трудно ходить. Мужчина теперь может передвигаться только с чьей-либо помощью, обычно его держат под руки. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.